Как делишки-ребятишки, с вами снова Эдисон и Екатерина, трусы в снежинку. Екатерина Крафт, ну сколько можно тебе говорить? И сегодня мы находимся там, где полностью отсутствует гравитация, и мы в любую секунду можем улететь в космос и сами того не заметим. Проще говоря, мы в новых Бирюлюсах. Лайк, если ты из новых Бирюлюсов. Почему ты решила то, что в новых Бирюлюсах люди каждый день улетают в космос и там отсутствует гравитация? Мне говорили. Ну, говорит, Кать, знаешь, есть такой город Новые Бирюлюсы, там вот отсутствует гравитация, невесомость, все дела. Вот мы в Новых Бирюлюсах. Ну, давай тогда проверим, отсутствует ли у нас невесомость. А, нет, невесомость присутствует. Но это пока. Вот в ближайшем будущем ее полностью не будет. Сегодня боги Майнкрафта подготовили нам очередной челлендж. И в неизвестную для нас секунду мы просто возьмем и залетим в космос. И что нам дальше делать? Объясни, пожалуйста. Катя слишком по-непонятному объясняет вообще. Я ничего не понял, что она хочет в этой жизни. Короче, я сейчас прикончу тебя просто. Да, она сегодня какая-то слишком бесявая. Мы начинаем серию, а она не может этот... Опа, мы уже деревню нашли. Так, в первую очередь мне нужно найти печку, потому что у меня очень много еды, и ее нужно пережарить срочно, пока мы не улетели. Да, вот самое главное в сегодняшней серии это быть очень-очень внимательным, потому что в любую секунду и я, и Катифнафик может улететь в космос. И мы сами этого даже можем не ожидать. Поэтому, Катя, наша задача... Печка! Вот, хорошо, печка, давай я тоже сейчас пережарю что-то. Наша с тобой задача... Это... Ага, печка есть, а уголь тоже есть. До свидания, я прилетела, все, пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты можешь... Ну тут ты на самом деле как бы не умрешь, все хорошо. Все отлично. Хорошо то, что мы с Катей зашли в дом. Вот когда мы взлетим... Что ты сделала? Я воду налила в ведро. А, ну... Вода в ведро! Так да... я тебя спасать так буду. Тут посмотри, везде лед. Куда ты будешь падать? Вот да... ты летишь наверх. Да ты... И все. Лысый гений, просто лысый гений, так реально, можешь же делать так, вот если кто-то из нас сейчас взлетит, то ты просто можешь подо мной разлить воду и так... Звезды, встречайте! Давай, целься на озеро, я тебе разобью! Да не надо мне ничего разбивать, да я... Падай в воду, упал? Молодец! Но как бы не зря мы находимся в ледяном биоме, здесь не везде есть вода, поэтому всегда при себе держи... Ведерко воды, чтобы я падал вот туда. Вот она! Все, да? Молодец. Просто гений в юбке. Что такое? Так, у меня есть одно железо. У тебя есть железо? У меня 6 железа. Давай сделаем еще ведро, чтобы у меня было 2 ведра воды. Да на кой фиг тебе 2 ведра воды? Одно и так сойдет. Не парься. Ты же знаешь, что с первого раза у меня редко что получается. Гони сюда железо быстро. Все, ладно, хорошо, на, держи, я тебе 3 случайно выбросил, ладно, забирай. Согласен, да, то, что в этой жизни у тебя мало что-то получается, иди там крафти себе что хочешь, а я пока залутаю все эти домики, которые здесь есть. Только проблема в том, что, Кать, нам с тобой не надо рассредотачиваться, потому что если кто-то из нас летит, это плохо закончится. Отойдите, месье, пожалуйста, ага, вот туда. О, на улице. Кожевник. Отлично. О, ачивочка. Ты у него что-то купила? Да, за 3 алмаза кожаные штаны новые. Не за 3 алмаза, за 3 изумруда. Ты купила оранжевые кожаные штаны? Да. У меня таких никогда не было. Прикольный эксклюзивчик. Выйди, пожалуйста, на улицу. На секунду, выйди на улицу. Вот постой там. Ты меня специально на улицу позвал, чтобы я... Конечно, специально, кто за 3 изумруда покупал? Спасай меня быстрее, разбивай подо мной! Так чё? Катя! Ты не успел спасти меня, какашка ты какашечная, ну. Ну да подожди, но зато ты не умерла, ты не так высоко взлетела, чтобы умереть. Я ему сразу давай под собой бить быстренько, чтобы он мягко приземлился. Ну что ты? Ты выжила? Выжила, ты я выжила, но это чистая случайность. Ну вот, когда следующий, это все было просчитано, рассчитано давным-давно наперед. Все, давай за мной. А мы еду не забрали, там еда осталась. А, да, иди забери, я пока здесь подожду. Учитывая то, что мы с Катей находимся в новых
В новых бирюлюсах. В новых бирюлюсах мы находимся, не знаю, почему Катя так решила. И здесь аномальная зона, гравитация. Холодно, как в жопе у северного медведя. Нам отсюда надо выбраться как можно скорее. Поэтому... Да, я построила такую теорию. А-а-а, подожди. Левитация на... Вот сюда. Подожди, сейчас. Да, я буду экстремалистом, я прыгну вот сюда, на ферму. Вот сюда. На ферму? Я сказал экстремалистом, я сам не знаю, что это за слово, но я его сказал. Сейчас... А-а-а! А я подумал... Ну, я думал, я попаду туда, я же все же экстремалист. То есть ты выбираешь вместо вот этого большого пространства, которое я тебе сделала, выбираешь вот эти два маленьких кубика и хочешь выжить? Тебе так идет, когда ты молчишь, честно? Тебе так идет, когда ты разбиваешься насмерть? Пока ты там топаешь, я расскажу про теорию, которую я выстроила. Мы сейчас в новых бирюлюсах. Ага. Как ты уже сказал, здесь аномальная зона. Следовательно, ага, нам нужно просто отсюда уйти, и все закончится. Ну, я это только что уже сказал. Ты повторила то же самое, можно сказать. Нет, ты сказал фигню. Я говорю нормальные вещи. Нам нужно поскорее, ага, отсюда выбраться, из этого биома. Хорошо. Я полностью согласен, поэтому как раз для вот этого нашего эксперимента я прямо сейчас себе скрафчу алмазную кирочку. Пускай она... Алмазную кирочку? Да ты чё издеваешься? Да почему меня такая? Кать, разбивай блоки! Вот сейчас я упаду вот сюда. Где ты? Давай! 9 секунд! Слушай, я сейчас реально просто на орбиту взлетел. Давай, вот сюда секунд. Падай, вот сюда. Давай, я постараюсь очень сильно, у меня сейчас осталось 3, 2, 1, к падению готов! Кривопоп и рукопоп. Да, ведёрко воды тебе слишком мало, если ты даже не можешь упасть в озеро в 6 блоков. Я требую реванш! 3-ю попытку, чтобы я хотя бы сейчас нормально подорвался. Ага, хорошо. Бог Майнкрафта, можно, пожалуйста, ему еще этот, вот этот вот эффектик, чтобы он взлетел? Он бог хочет, добавочки. Бог Майнкрафта, можно, пожалуйста... О, накаркало! Так, сюда, так, ближе. Тихо. Ближе, давай. Я тебе еще раскопаю здесь немножко, чтобы еще больше воды было. Давай, я прям жду. Давай. Насколько ты взлетела? На минуту? Намного. Ой. Вот, смотри, как надо. Хорошо, да, когда девушка в дырку попадает лучше, чем ты, это прям надо задуматься об этой жизни. Да ты что, издеваешься? Да ты нам дашь повыживать хотя бы секунду. Так, но сейчас я точно попаду. На всякий случай раскопай там еще больше воды. Не-не-не-не, давай, ты должен в эту попасть. Я попал, и ты попадешь. Хорошо, только я тебе один блок закрою. Ага, спасибо. То есть вот как ты мне помогаешь, да? А потому что ты 2 раза не справился, теперь у тебя усложнилась задача. Давай. Ну подо мной, да ж как? Да подо мной только что лед появился в ту же секунду, как только я не... Все понятно с тобой. Я играю в Майнкрафт 6 лет, честно. Я умею падать в воду, просто сегодня как-то все против меня. Ядреный случай. Давай мы с тобой будем убегать из этих новых бирюлюсов, или давай мы хотя бы с тобой вот в эту иглу зайдем. Вот здесь, даже если кто-то из нас взлетит, то здесь нам не грозит никакая опасность. Вот смотри, о, да. Супер! Да, вот да, даже если я сделаю так, вот смотри, даже если я сделаю так, шанс, то, что ты взлетишь, минимальный, потому что над нами еще крыша там находится, видишь? А так. Ну, можно, кстати, еще вот так. Слушай, а у тебя есть палки? Есть, держи. Две палки. О, опа, я взлетел! Давай. Я взлетел! Только смотри, я-то башкой стукнулся об крышу. Ага. Оба. Да зачем у меня левитация? Левитация! Я тоже полетела! Подожди, я шандарахнусь вот сюда, на это дерево. Я шандарахнусь в воду. Ну давай, попробуй. Ой, высоко, что-то я сильно по... Ой, высоко! Почему такой вопрос? Под ней сейчас лед не появился, а подо мной он всегда появляется. Вот эта собака, вот там. Так, мне нужен этот самый верстак. Подождите-ка меня секундочку. Верстачок. О, хлебушек. О, железо. Он только что был возле тебя на улице. Ты в курсе, да? Да. Нет, не в курсе. Где? Покажи. А вот он. Все. Подожди, а у меня... Подожди, у меня вопрос. Да. Ага, да. Ну ты давай, ты знаешь, куда падать, там ничего сложного нет. Так, подожди, вопрос.
А если я буду в лодке? Ты там жива? Кать! Все нормально, я просто выбрала другое место на всякий случай, потому что вдруг там лед образуется и пипец. Ну хорошо, да. Вот у меня такой вопрос, а если я буду находиться в лодке, я же взлечу или буду стоять на месте? Кстати, давай проверим. А давай. Я себе сделала немножечко алмазный меч. Левитация на 16, 15, 14 секунд, и я стою на месте. Садись ко мне в лодку. Садись. Да, не смей. Сядь в лодку, сядь, чтобы ты тоже не взлетала. Как ее сломать-то, блин? Ой. Это как сейчас получилось? Первый раз в жизни в Майнкрафте выкинула яйцо, и получилась маленькая курочка. Первый раз в жизни! И что самое главное, на этот раз реально куриное яйцо выбросило. Я в шоке, сейчас это происходит на моих глазах, это должно попасть в историю. Ребята, срочно записывайте. 21 декабря, 19 год. Катя выкинула куриное яйцо, у нее получилась не пустота, как обычно, а маленький цыпленочек, куротёночек. Ну всё, давай. Я тебя все равно убью. Ты такая жестокая, я тебе честно скажу. Я пошел отсюда. Я вижу объект. Я вижу ориентир. Я верю в то, что любовь спасет этот мир. Нифига ты певец. А что ты видишь-то? Иглу я вижу. Вот смотри, с подземным бункером. Ёханый бабай, нам реально вот прямо сейчас повезло найти иглу. А ты же по... Да, конечно, как без этого? Снится нам не рокот космодрома. Подожди. Но я по идее не должен умереть, потому что... Или должен все же. Ведро воды! Какое ведро воды? Левитация, до свидания. О, живой. Ага, последнее сердечко осталось. Заходи в иглу. Ничего. Здравствуйте, тут 100% будут какие-то полезные ништячки. Катя, я тебя жду здесь уже внутри. Ты наверху там? Я уже зашел в него. Опа! Опа! Я полетела. Кстати, куда там можно упасть, как думаешь? Я упал на иглу, вот туда, в принципе, можешь и шандарахнуться. Пацаны. Тут мистер Крипер, аккуратно. Мистер Крипер, я вижу его, он прям возле дома. Да давай, ты там спасай мистера Крипера, еще кого-то. Слабость, ага, здесь у нас есть еще слабость. Как упасть в эту дырку, я не могу. Ты спустишься в этой жизни, нет? Я не могу в дырку упасть! Там сундук был пустой, я вот пришел, тут максимум гнилая плоть была, я вообще ничего не успел просто ничего забрать. Покажи, что там было. Я честно, я не буду у тебя это просить, забирать. Просто покажи, что там было. То, что было, я уже съел. Пока. Съел? Да, золотое яблоко. Всего лишь. Ах ты, жук. Навозный, да, я угадал? Да. Подожди, сам себя закрыл! Меня-то зачем закрывать? Открой! Ядрёный случай! Я думаю, что я так легко вылез оттуда, потому что я взлетел, Кать! Я бы тебе не советовал выходить на самом деле. Ёперный театр! Я же сейчас умру, Кать! Спаси, пожалуйста, ради яиц куриных, которые вылупились в этой серии! А я потеряла тебя, где ты? Я первый раз в жизни смог разлить... Ты видел, Игорь? Я первый раз в жизни смог под собой разлить ведро воды и сам себя спасти. Ну все, я тебе, в принципе, не нужна больше. Да, я и сам справлюсь без проблем. Ой, а теперь меня спасай, я полетела. Спасай. Михуил, я прям над Михуилом. Подожди, сейчас спасу. Ты главное... Надо мной нет воды, давай реально, сделай мне воду быстро. Конечно, над тобой нет воды, ты улетела в вот это вверх. Давай. Вот, молодец. Просто же все, да? Спаситель мой. Да, пожалуйста, не благодарите в следующий раз. Не, не буду. Мишку-то за что? У меня такое ощущение, что он только что пытался тебя спасти. Знаешь, он как будто на гранату бросился и защитил тебя от Крипера. Ой! Да ёпперсы ты, откуда вас столько развелось-то здесь? Да мы найдем выход с этого Нижнего Сахалинска, Архангельска. Это новые Берилюсы. Ну сколько тебе говорить? Кать, слишком сложное название для обычного мира Майнкрафта. Давай выбираемся. Не я же придумал это название. А кто его придумал? Я что ли? Новый год намчится, скоро все случится. Ты что делаешь? Деться, что снится. Кать, это... Ой!
Ой-ой-ой! Ага. О, или, узнать... мне повезло! Тебе мне повезло! Ага, да, кстати, да. Не надо! Не... Ну что ж ты за человек-то такой, а? Кстати, а мы что, выбрались из новых Бирюлюсов? Да, нет. А ты не умерла, ну ты хорошо. В смысле выбрались? Да тут же реально заканчивается уже снег! Или нет? Или мне кажется? Да, нету больше снега. Ну там только наверху в горах. Так, но подожди, это уже не новый Бирюлюс. Подожди, значит нам нужно выбраться еще немножко дальше. Нет, ну в окрестностях здесь еще новые Бирюлюсы. Вот там еще. Нет, Катя, это еще новые Бирюлюсы. Это... Не, ну это область. Бог Майнкрафта, помоги нам, пожалуйста, перелететь через эту реку, чтобы мы не спускались, если можно. Хотя бы будь в чем-то полезен. Кстати, да, давай подождем, пока мы не взлетим. О-о-о, спасибо. Да ладно, как у тебя это получилось? Я не знаю, что бы мы без тебя делали. И у меня тоже получилось. Главное сейчас не умереть, у меня 10 секунд еще левитации, вот там новые Бирюлюсы, вот давай вот сюда приземлимся куда-то, вот в эту воду, давай вот здесь. Так подожди, я не успею, я вот в эту воду буду приземляться. Давай, я успею, у меня 1 секунда, до свидания, к снижению готов. Бим. Давай, давай, вперед, 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 свободно, выходим из нижних, верхних, старых, новых Бирюлюсов, новые или старые? Новые Бирюлюсы, ну... А вот там старые Бирюлюсы, там уже нет снега, Кать! Старых Бирюлюсов не бывает, это уже другой город. Ну так мы выходим из новых Бирюлюсов, идем в старые Бирюлюсы. Пошли. Аккуратно, не упади. Долетай, долетай. Сейчас все будет, я вот эту водичку приземлю, все будет хорошо. Ты где? А, ты я тоже лечу, прямо за тобой. Давай, вот сюда приземляемся, вот подлети ко мне, вот сюда, подлети ко мне. Угу. Вот пытаюсь, сюда. Пытаюсь. Давай, ближе подлети, давай. Еще ближе, под, еще ближе подлети. Эй! Опа! Вот. Ты меня... Я просто летела строго под воду. Ты меня толкнул мечом, и я упала прямо на дерево. Из-за тебя. Старые Бирюлюсы! Мы добрались! А я в новых! А я теперь в новых Бирюлюсах. И куда мне идти? На северо-западный восток я тебя здесь жду. Так, ну все. Мне надоело взлетать. Я хочу найти выход уже из этой страны, города, новых Бирюлюсов. Короче, нужно срочно свалить отсюда. У меня есть решение. Вот 3 яйца. Ага, ну, ну. Я... Эй, кто здесь? Кто здесь? Я слышу утопленника. Ну, давай 3 яйца, хорошо, да. Вот, 3 яйца. Я сейчас разбиваю яйцо. Ага. Если выпадает курица, мы идем на северо-запад. Если выпадает пустота, мы идем нафиг. А третье яйцо? Куда мы идем? Просто так. А просто так. Хорошо, давай первое тогда. Первое. Давай, первое яйцо. Давай. Мы идем. Да ладно! Слушай, из 2 яиц 2 курятинки выпали! Как ты это делаешь, ведьма? Пустота? Пустота. Пустота. Ага, ну я, значит. У меня 2 раза подряд получилась курица из яйца. Значит, я сейчас в шоке. Мы идем туда, куда мы и направлялись. Вот примерно вот, вот сюда. Здесь же северо-запад, или что ты там сказала? Подожди, да. А это что? Я хочу зайти. Дрянный случай, а вы чё школу прогуливаете? Новогодние каникулы еще не начались. Ты где? Я тебя потеряла. Да тут 2 школьников прессую. Ладно, зайду тогда в дом. Здравствуйте, здесь ничего нет. Родителей тоже потеряли. Ты вглубь деревни просто отправляйся, вот я здесь. По сундукам, ладно. Вглубь деревни тут по все 4 стороны. В какую именно? Невесомость 4. Что? Ты чё там нашел? Кать, а я, походу, нашел выход из нашей ситуации и то, как нам с тобой выживать. Ты где? Ну расскажи, ты покажись. А, вот он. Пошли за мной. Пошли. Сейчас что тебе все покажу. Что ты там нашел? Сейчас все покажу и сейчас все расскажу. Давай за мной. А слушай, нам нужно с тобой найти кузницу и нужно найти наковальню. Возможно, она где-то здесь есть. Папа дома? Дома, папа, нам наковальня нужна. Какие наглые, пошли даже со взрослыми не здороваются. Здесь ничего нет, да? Ядрён батон здесь есть. Ядрён батон, забирай ядрён батон. Забрала. Расскажи мне, что ты задумал? Зачем тебе наковальня? Подожди, я же книгу нашел на невесомость 4. И это, походу, наш выход из этой всей ситуации с нижним, верхним, старым, новыми Бирюлюсами. Опа! Давай за мной, давай за... Ёханый бабай! Вау! Чё да. Шлем мне? У тебя шлем нет, есть, у меня шлема нет. Нет, мой шлем. Ну, у тебя есть шлем. Да, ну, Кать, а у меня есть нагрудник. Ладно, тогда забирай нагрудник, а я себе зачарю ботинки с помощью той... Нет, мне надо зачарить ботинки. Чего ты это взяла? Посмотри на меня, я вся свечусь, у меня все светится. Ну да.
Так тоже можно. Да, ты, ты настолько святая, настолько светишься, что прям взлетела. Я кошку слышу. А, подожди, я же тебя спасать должен. Катя, а тут вода, вода вот сюда, вот, нет, не в ту сторону, не в ту, куда ты полетела, Кать, не в ту, а, ну там же река есть, да? Ну, молодец, так тоже можно. Дайте мне шлем, дайте мне шлем, ну, у меня тогда будет два нагрудника, ладно? Кать, выкидывай свои ботиночки, или, знаешь что, а давай ты сама зачаришь себе, бери книгу. А какие мне зачаривать, кожаные или железные? Железные, конечно, железные. Кой фиг тебе зачаривать кожаные? Зачаривай железные, давай, давай, давай. Так, хоба. Железные ботинки, невесомость. Четыре. Все верно, бери и напяливайся. Давай, надевай. Так, и что будет со мной? Вот сейчас, по идее, ты намного сильнее за... Вот, как раз-таки эксперимент прямо сейчас должен быть удачным. А ты что мне делать? Да ничего, просто стой. Просто стой. Возможно, ты упадешь и не разобьешься. Да не-не-не, обратно вернись, на меня падай, на меня падай. Ты видела, с какой высоты ты упала и даже не разбилась? То есть это ботинки на... Эти ботинки спасут нам всю жизнь. Мы нашли выход из этой ситуации. Так ботинки-то только одни. А вот здесь я не подумал, то что если я буду взлетать, то прости. Я тогда... То есть ты меня просто так предала? То есть у тебя есть ботинки, а у меня нет, Кать! Ты ботинки-то верни, я же тебе книгу дал, спаси, пожалуйста! Катя, я над тобой! Катя, я над тобой! Ты не игнорь меня, пожалуйста, я над тобой! Кать, вылей воду! Прости, пожалуйста, прости. Кать, я тебя не прощу ни за что в жизни, вылей воду хотя бы... Выжить должен кто-то один. Она меня предала. Так я тоже взлетаю, чем я тебе помогу? Пока. Йо, просто ты... Я-то думал, мы с тобой будем до самого конца. И будем спасать друг друга в любой ситуации. А вот я тебе скрафтил носки вот эти зачаренные, да? И ты сразу же заигнорила меня. Вот так вот, да? Ой, ну иди сюда, я тебя угощу тыквенным пирогом. Да засунь себе этот тыквенный пирог. Знаешь куда? В рот! Ну ладно, съем одна тогда.